Продолжаем поездку. До Щелкина осталось порядка 3 минут. Отсюда уже хорошо видно море. А пока еще город не начинался. Вот впереди показывается указатель Щелкина с правой стороны. Все. Началась территория Щелкина. Пока идут пансионаты по левой стороне. Справа на горе дачи. Первая остановка. Здесь обычно никто не выходит. Едем дальше. Уже появляются пешеходные переходы к пансионатам. Здесь вот в этом месте строится церковь. Ее не видно за деревьями. Так, первые девятиэтажки и пятиэтажки. Это уже Щелкино. Отсюда очень близко до центра. Ну, фактически напротив этих домов море, там 100 метров, и уже можно купаться. Вот остановочка последняя перед автостанцией. Люди выходят. Скоро поедем дальше. Завершение пути. Так, поехали. Обычно сюда гуляют вот к этому месту. Для прогулок от центра это, в общем-то, близко. Времени занимает совсем немного. Сейчас будет автостанция, и там дорога закончится. Весь путь занимает 20-25 минут, как я уже говорил ранее. Вот там, где много машин впереди, это уже самый центральный перекресток, а мы поворачиваем на автостанцию. Эта станция выложена почему-то аэродромными плитами, а не заасфальтирована. Но плиты, конечно, долговечнее, чем асфальт. И тем не менее. Вот она, автостанция. И все, сюда приходят все автобусы, все маршрутки. Это конец пути.